Каждый человек пытается убежать в поисках лучшей жизни. Убежать от людей, которые тебя окружают, от среды, в которой живешь, и в конечном итоге от себя. Покупал утром на завтра, а мне нужно на сегодня. Вы меня понимаете, очень нужно, очень. Это жизнь и смерть. Известный и непобедимый боксер Борис так и сделал. Просто сел в поезд в неведомом ему направлении и очутился на Марсе. Слушай, а где я? Носите на здоровье. Город-герой Маркс. Назван в честь нашего знаменитого марксиста Карла Маркса. А еще здесь был сам Владимир Ильич Ленин. Может, все-таки яблок? Борис проведет в городе всего лишь сутки, но они навсегда изменят жизнь его обитателей. Смотрите сегодня в 10 вечера на телеканале «Самара ГИС».